Мелберг, первая лига. Сегодня футбольный клуб Уфа на своем поле принимает СКА Хабаровск. И все готово к началу этого матча. Прежде всего, прекрасная погода. Здесь столица Башкортостан, предстоящему летняя. Сегодня первый такой здесь в Башкортостане жаркий день. Ну, во-первых, в последнее время и Уфа, и СКА Хабаровск испытывают определенные проблемы с достижением результата у хозяев поля на данный момент серии с трех поражений подряд. Здесь мяч ушел, по-моему, но арбитры этого не зафиксировали, и все это могло в итоге вылиться в голевой эпизод, но все-таки справляется Ислам Имамов. Это, конечно же, грамотно и внимательно сыграть в обороне. И найти, может быть, какой-то момент контратаки. Вот сейчас это получается. Роман Минаев входит в штрафную площадь, бьет и открывает счет в этом матче Уфа. 1-0. Роман Минаев. Ну, сколько он пробежал? Роман Минаев здесь, я уверен, злой сам на себя за отсутствие голевых достижений в последних матчах. Решил, что никому я тут мяч отдавать не буду. Передача на Артема Погосова. Обыгрывает Погосов сейчас своего соперника. Входит в штрафную. Удар. И набегал здесь Минаев. Но успевают хабаровчане выбить мяч. И еще один шанс у Минаева убежать. Уходит он от преследования. Входит в штрафную. И нарушение правил, судя по всему. На линии штрафной произошло, или перед линией, это вопрос к судье. Ему, конечно, было виднее. Голаем в центр, Жамалетдинов. Жамалетдинов здесь уже в окружении игроков Уфы. Он находится, подача верхом, Усолов! Довольно неожиданно эта атака завершилась. Но мячом завладел Ишхан Гелаян. Уходит от Темникова. Навес. И здесь может быть опасный удар. Удар от ворот. Но как же здорово сейчас после перерыва выглядит СКА. Из-за травмы долгое время не мог этот нападающий себя проявить. Но пока в его отсутствии Уфа атакует. И вот здесь хорошая передача. Емельянов бьет и буквально каких-то сантиметров там не хватило. Но, судя по всему, был рикошет. Угловой показывает судья. Есть численное преимущество у хозяев этой атаки. Никитин ходит в штрафную. Убирает по правой. Можно бить. И Погосов. И мяч в воротах. Уфа забивает второй гол в воротах хабаровского СКА. 2-0. Сумели все-таки соперника, который большими силами пошел вперед, уфимцы подловить. И сумели реализовать вот эту атаку. Нет, Алексей Евсеев. Здесь неудачный пас, но мяч к нему возвращается. И играет здорово голкипер хабаровской команды. Ислам Имамов отбил. Отбил, впрочем, перед собой, но сумели подстраховать. Защитники выбили на очередной угловой. Ну и поражения все это были, конечно, очень разные от разных соперников. Разные по содержанию. И не во всех матчах, пожалуй, Уфа это поражение заслуживало. Вот момент у Ахатова. Может быть, всей жизни момент. И забивает молодой воспитанник башкирского футбола свой первый мяч за свой родной клуб. С чем мы его и поздравляем. 3-0. Крупный счет на табло. Вся команда сейчас отправляется поздравлять Ахатова. 19 лет форварду. И это его 11-я игра в этом сезоне. И ну что, еще один прыжочек Хамхоева. В концовке мы видим. После классного, кстати, удара Янова в угол. Ну и Хамхоев великолепен. И показывает на центр судья. Этот матч подходит к своему завершению. 3-0. Победа Уфы. Роман Минаев в первом тайме. Артем Погосов и Данил Ахатов во втором.